А ее нельзя, что ли, отключить, когда ты уже груз взял? Нет, тогда у меня встает и, может быть, я замру на месте. Все нежелательно. Я уже так пробовал. Периодически звукоинженерница звук. Сайт. Итак, господа, начинаем наш конвой. По техническим причинам сегодня у нас будет запись, потому что я попробовал запустить стрим, понеслись ужасные потери пакетов, поэтому вынужден был прекратить. Закачаю туда и сюда, наверное, потом. Чтобы могли посмотреть. Вот, так что извиняйте. У меня внешний заказ. Роскомнадзор бдит и не дает мне, так сказать, заниматься своими делами, которые мне не нужны. Так что будет запись. Маршрут у нас будет. Такой дата лоза, здесь цифра 2 у нас перерыв. Вот, хотя кому это показываю, все равно никто не сможет к нам присоединиться. Вот сейчас. Сейчас поедем, господа. Так, кто у нас следующий будет? Кто за мной? Коронный вопрос есть, желающий подзаработать? Могу ведущим я? Ну, если его будет не лень, то будет замечательно. Посмотрите на фигуру справа. Как у него хороший белый диск, как у него замечательные желтые ступцы. Жалко, что в последний раз. Так. И поцелуй за чего, чего, чего? Не понял. Ты если паркуйся, паркуйся. Не отвлекайся. Ё-моё. Расслабься, Я тебе, же... тебе еще Да ладно, можно. у меня сканет-то другая, ё-моё. Расслабься, у тебя помимо этого еще и где-то должен быть шильдик стажер быть. Надеюсь, хоть сегодня ты рейс сдашь сразу. Чтобы уже Вряд закрыть ли. эту не, там, не, эту, неприятность. Хотя нет, у меня 23 часа осталось на этом рейсе. Ну, наверное, успею. Ну, ты постарайся. Если не будем ехать 3 часа, то успею. Если будем ехать 3 часа, то ребят не успею точно. Так, ну чё, выезжаем? Замыкающий есть? Кто я желаю? Тогда я давай буду. Хорошо, не вопрос. Ну, голова. А, голова, порядок поезда. Я должен сказать, кто будет. Ну, это же голова. Так, кто у нас тут есть? Так, ну, мистер Квин за мной. Вторые. Наверное, будет, наверное, замыкающий тот, кто последний стоит. Драйвер, да? Нет, последний будет ваш голос.
2H2, тогда 2H2 пропускаем и по порядку. Третий крупье, четвертый балак, пятый стар, драйвер и... С выезда с гостей, то ли гостиницы направо. Это я, конечно, сейчас уже придираться буду, но вроде и так ударение на первый слог поставил. Все равно балак, не правильно, да? Признать. Это по жизни. Красный стоит. Что-то у меня воздух не качает. Ну, тронулик, по-моему. Так, попробуем казапись еще раз. Блин, и остановить-то жалко. Все, не накачает. Балансерка, 10.42. Так, уже. Как я классно полетал. Но она прямо в этом Маквина влетела. Красный стоял. Догоняйте, держи 40. Сейчас до поля проползем. Замыкающего тут было, да? Т4. Не успел. Все-таки вылетел. Будете подъезжать к развязке, будут на первой полосе стоять. Да, стоит. Нехорошая редиска. Ну, это как раз тот, который в Макена и улетел. Всего лишь 1% подтверждения. Сейчас голову. По одному. Так, и Женя Калбах, 30.00. Сейчас главное не упасть, а то конвой на этом закончится. Это да. Колонии может быть неадекватное вождение.
Переоделись уже. Маршрут все простые. Принципиально нет. Почти принципиально нет. Так, возмотаю, еще говорил, как касание школы. Я немного от вас отстал. Круиз контроль 70. 10-4. Оля, голова себе сзади режет. Все снял. С хвоста или на камеру? Борю зацепили. Так, замыкающий догнал колонну. Здесь 4. В табине пока не наблюдаю. Ну, вернее, часть колонны. Голова колонны проходит по трассе номер 9. Проехала за... Ориентируй. Ты сказал, проходит за и все. Правку уже не видел. Не слышал, то есть. Красава, что там беседует на встречке. Так, замыкающий проезжает за правку. Понял. Опережение голосик. Он из вас и нас тут бил. Мы хрен аккуратно. Может подрезать. Пусть попробует. Так, пока дорога прямая, попробуем ускориться. Секретной командой. Так. Балак аккуратно. Чинка он вписался. Чиним, так сказать, грузовик на ходу. В табе вас наблюдаю, замыкаешь, прибавляю 10. 8, скрыть контроль. Он хочет показать, что он мастер-класс. Внимание, 10.42. 10.44. Подрезала скотина. Продолжаю движение. Впереди развязка. Уходим. Один раз, это сволочь. Начинаю сбрасывать. Саныч, снова слева. Вижу.
Он сегодня добрый говорится. Макфин аккуратно. Смакающий на кассу проработал. Принял. 2-4. Ну что, коллега? Макс, он еще лагает. Это пускай он своей маме расскажет, как он лагает. Балок, старайся держать чуть больше дистанцию, если у меня заглохнет, я не успею прокричать. Принял. Впереди по маршруту перекресток, проезжаем прямо. Ну и что толку ты мне, братан? Впереди колонна, голова замедляет движение. Принято, у нас 10.53. Перекресток идем прямо. Балок аккуратно слева от движения. Все спокойно, остановились и пропускают. Перекресток проехал. Хорошо, что я не могу попросить право на применение лицензии 2.0. А почему не можешь? Но... Две. Все ж едут, все снимают. Я тебя не вижу. Но на видео потом покажу, да? Я не могу отстать специально. Вообще, да. Красавец вроде тоже отстал от нас. Хотя нет, возвращается. Впереди АЗС. Головасик на АЗС. Саныч, осторожно, прямо за тобой дёргается. Я вижу. Морально готовлюсь. Это интересно, зачем он обгоняет? А Макин аккуратно. Потом заезжает на заправку.
тюрьма, нет? Опаньки, ну-ка. Ах ты чёрт. Выехался. На Макен было красиво. Да мне не хватило поворота немножко. Максим, сохрани, пожалуйста, еще раз. А со стороны должен по-другому. Подпусти его поближе и сохранись. Он обгоняет вот в сплошной, да, вообще припом. Жаль, нет встречки. Опять подрезать. Ушел вправо на обочину, не выйдет. Вон там все. Это только он будет заправка возвращаться. Впереди встреч. Две мини-конвой. Аккуратно, я лагаю. Да? Да, вижу немного. Когда близко подхожу. Так, впереди по маршруту у нас перекресток, развязка. Уходим под мост на... К сожалению, чудо возвращается раньше, чем мы приедем. 36, 58, 10, 55, опять же обгон. 4. Ура. Стружность 9. 3-3-7-2-2. Обгон. Фу, я вырос. Боря, тормози, тебя зажали со всех сторон. Да сколько там этого веса у тебя? Валера, что ты для нас 39 тонн, а? Принимаем среднюю полоску. Если бы я еще помню. Это да. Какой он тот, это заявит, он вышел. Вышел на трассу. Шестерки. Трактор при шестерке. Так, Шкода бешеный с левой стороны. Да. Где на Шкоде? На развилке встал. На средней полосе. Проезжаем, показываем палец. Средний. Палец ты какой показываешь? Я бы у виска показывал. Шесть, три, два. Опережение возможно. Чем-то я ему не понравился. Перестрелился за мной. Впереди меня, короче, и поехал дальше с нами. Или понравился.
Смотри, с какой стороны посмотри, да. Внимание, 3-6, 5-8. Опережение. 16-8, знаю, опережение. Опять этот идиот. 10-4. Уже 2 или 3 видео на него есть. 2-3-4 опережение. Вернее, 2-4-3-4, вот так вот. Впереди развязка. Уходим направо. Зараза, головосик не лег. Ну, это... Саныч слева перестраивается. 1-9-6. Мопин аккуратно справа обходит. Саныч, осторожно, он уже в ногу бортует. Да, я вижу его. Макен, аккуратно, он за тобой. Ну, так градус повышается, сейчас и Бобу вам бортнет. Здесь 42, внимание. Где 4? Матрас поднялся. Он попал. 42. Была в конвой. Продолжаю движение. Макен, ты как? А я тебе успел прописать. Хорошо. Кровь контроль 70, догоняй. Это догоню. Только обгонять буду за поворотом. Возвращается. Прошел решение на применение лицензии 2.0. 3.2.0.8, опережение. Внимание, да, у да, нас 10.43. 3.4. Сдает назад. На третий полос перестраиваем. Саныч слева. Они его зажали, главась. Держим средний полос. 11.90, перережем. Принимаю до обочины, сейчас догоню, подождите. ТФК было удобно сам с этой твой. Нет, у меня как бы, знаешь, ТФК работает. Вот плагин, так сказать, подписывающий по инфо, уже не работает на долгое время. Это да, есть такой недостаток. Здесь 13, пожалуйста.
сидеть, короче. Ничего не вижу. Нет, ты же сказал 10. Ты сказал 10-13. Да. Погода. На улице дождик. На улице дождик. Положение колонны. 10-20. По-моему, 10-13. Надо посмотреть, будет спрашивать сейчас. Радость положения канала 10-20-10. Там 10 мое срочное сообщение, потом 10-20. Два раза повторяется. 10-27 перехожу на канал. Ладно, возможно, я не прав, но все равно посмотрю. Боже, как это. Ты там живой? Что-то у меня замыкающий 230 метров, а тот-то второй должен быть. Так, вижу, третьего не вижу. Подожди, тут второй, тут, блин. Первая полоса, аварий. Впереди осторожно. На среднем. Внимание, опережение, аккуратно. Пристраивайся в полях. Опять это... Дохнет, понимаешь? У вас больше сопережения входа. Впереди развязка, перестраиваемся на средний блок. Я догнал. Саныч, вставишься пока? Не, это и дело. Тут как раз сопережение начинается. Поднимаюсь. 11.90 и 536 шкода. Шкода встраивается аккуратно. 26 и 40 на все. Подошло. Головосик тоже наш. Ушел. Я помню, что он... Не он, не он. Это 826. До того другой идея. Кадир. Тот был. Развязка прошел, опережение, сейчас скажу, 39.12. Впереди АЗС. Макфин, аккуратно. Такое ощущение, что ты аж на кочку нас поскочил. Внимание, 10.42. 10.4. Вот теперь точно придется где-то фикс искать. Вы продолжаете конвой или... Стоим. Останавливаемся. Продолжаем движение по телефону.
Валера, если я заглохну, то объезжай сразу. 1560, сколько там, 9. Что-то я какой-то недоплатный водитель. Запасть захотел. Так, поезжай. Блин, обогнал справа. Переселся влево, чуть тебя не обогнал. В итоге понял, что надо заезжать на заправку. Это гениально. Опа. Впереди развязка на в город. Перестраиваемся на средний город. Вот я и догнал. Сейчас у меня 117 секунд, и фикс нужно прописать. Что-то я вас не заметил, Маша. Сказал тебе причину, правда? Давай, давай, полем становись. 12.81. Ну, а сейчас я подойду сюда. Есть. Развязки направо, какой можно. Внимание, у вас просто недоразумение, честно, на бирже не будет. Два. За ним еще одна такое же. Стоит на первой полосе. Еще третий едет, кажется. Ну, не могу, какую сторону. Десять пятьдесят девять, точнее. На узкую спустился. Поворачиваем направо на ман... в сторону. Подожди, Макс, я тут тормозну сначала. Кровь этого нет, желтый, да. Да ладно, Макс, клавиатурщик. После поворота направо будет обочка. После 300 метров будет еще обочина. Встречка. В перекрестке ходим на Страсбург. Валер, встречка круто. Встречка. Повернул на Страсбург. Аккуратно. Я был аккуратен. Есть что? Блин, ребят, объезжайте. У меня теперь больше нет фиксов. Ну так поднимайся. То у меня 100% убито полностью грузовик. Согласен, тогда это мало.
Я пойду обалфе искать. Не поможем. Ты груз потеряешь. Фикс. Ну, сейчас через какое-то время только будет доступен. Есть только на стол в город уходить. Груз потеряется. Тоже теряется? Да. Это же внешняя за доставка. Не раньше таких трудностей. Едем дальше. Эти трудности возникли тогда, когда они задумали 50 миллионов тонн. До этого все было хорошо. Так, у нас обгон 1.4.3.4. Немного пакеты от него теряются, так что будьте осторожны. Пакеты, да, теряются. Так сказать, фекалии выпустила уже далеко. Там не пакеты, там мешки уже. Вау! Прилетело кто-то. 9.59. О, 10.50. Ну, у меня ущерб прицепа 15%, а вот ущерб груза 77%. Забавку поехал. 10.59, приезжаю. Так, Александр, я не знаю, может сдавать, может не сдавать груз. Александрович, на моем экране он сидел и ехал последний. Что ты говоришь? На моем экране последний, так сказать, встречный машинист в тебя въехал. Да, я даже не заметил. Он когда здесь зигзаги приезжал, выезжал на встречку на нашу полосу. Дим, ты можешь отдать груз, если ты хочешь, и взять груз из монтажа. Ура, я завёлся! Надолго ли? Вот, да. Да, и 29 Встреч. Максимум. Тебе нужно сдать... сколько там у тебя осталось? 700 километров где-то, да? 2648. Какие 2648? У меня груз до Италии. Вот я не про груз спрашиваю, а про маршрут. Что, про что? Пробег. Пробег у тебя сколько осталось? Две тысячи где-то. Не помню. Вы что там курите-то, а? Да, давай потом, а? Чуть попозже. Ну, хорошо. Я не буду из игры выходить, иначе я вылечу. Хорошо. А угон 1.4.2.4. Ты же из памяти вернулся. Так, въезжаем в город. Поворот на... Лево. Красный цвет. Кто так пролагал-то, а? Да испанец? Испанец догнал Борю. Ё-моё. На тупиковый стрим, что ли? Красный. Да-да, Боря. Записал. Боря, а чё у тебя с микрофоном-то всё? Ну, у него не с микрофоном, у него с горлом. А с горлом? Плохо. Пиво холодное. Ну, если горло, тогда могу порекомендовать горячий портер. Гадость еще там. Держим второй порт. Это сегодняшний дождь, что ли? Да сколько там того дождя-то было? Ну, знаешь, иногда и легкого ветерка достаточно. Мы вон этому в субботу купальный сезон на Минском море закрыли.
температура на улице 9, температура воды неизвестна. Последние сопли я ловил интересным способом. С утра я помылся, высох, под вечер пошел на улицу. Надо было. Оделся, даже фуражку надел, тогда еще тепло было. Итог, сопли. Я даже сам не удивился, так сказать. Держи второй полос. Сегодня вторник. Что это с ними произошло-то? Совесть. Совесть? Наверное. На дежурный поднялся. Есть 4. Поднимаю скоро. Устал мне кто? Нет, нормально. А то мы сейчас подъедем на место перекура. Я бы не отказался бы. Так, возьму напряжение 10.40. Хорошо лететь. Ну что там, мне кажется, что она летела быстрее до встречи со мной. Тебе что хочешь сказать? Или быть с моего прицепа. Впереди место остановки. Входим на парковку. Занимать все свои личные предписанные маршруты. Nice convoy, Yukon. Nice convoy. Thank you, thank you. 621 опережение. 10.40 попали наш конвой. Плюс 10 минут. Выезд 20:57. Так, господа, ну вот и все.
Теперь нам можно немножко отдохнуть. Красиво стоим. Как бы нам еще камеру поставить красиво, чтобы было. Ну, пускай так. Так, это не то, это вот так. Чё ж, перекур с дремотой. Сигареты при мне. Будем через 5 минут. Хорошо стоит, снимочки получились идеально. Да чего мне нравится сортир? На стоянке что ли? Ага, сзади нас. Мужской, женский и средний пол, да? Облом, а внутри ничего нету. А, там мужской, женский или инвалид. Но я думаю, средний.
посмотрю кое-что. Кое-что посмотрю. Хорошо. Все будет хорошо. У нас получается остался час езды. Ну, плюс-минус 30 минут еще. Так бы был бы час, но у нас серпантинчики там получается небольшие. Как их будем проходить? Две минуты до выезда. Принял. Поставил эту самую программу, не хочешь работать просто. Я хотел посмотреть, как на... Ой, господи, что я хотел посмотреть, почему у меня лагает стрим. Я не понимаю. Вернее, лагал сильно. Внимание, выезжает. Давай. Вы же передо мной были. Я и стоял. Я просто поздно сообразил. Давай. Маккейн тоже впереди был. Перестраиваемся на правую сторону, уходим.
полосы проходит прямо вперед. На дежон вышел. Эх, максималочка 90. Справа будет памятник. Почему? Локомотив. А по форме напоминает голову Боинга. Так, приготовим документы. Документы на груз, деньги и проходим платежку. Любите в заглох обратно бежать. Крайние левые двери проходим. Замыкаешь как подёска. Четыре. Здоровье, Рустар, становитесь спереди меня. Так проще будет. Саныч, а у тебя трансмиссия что там, упрощенная что ли стоит? В смысле? А, это да. То есть, как у тебя движок заглох, у тебя сразу все по тормозам, да? Да. А что ты следующий не поставишь? Что? Платежку прошел. Почему ты следующий не поставишь? Просто автоматически. А я не знаю, как ты этому торможу последний раз. Все думаешь, что надо. Да, кстати, я тоже долго тормозил с этой штуковиной. Так это может привыкнуть надо к ней. Она такая же, как и... Все такое же. Ну и скажи. Мне для того, чтобы припарковаться, мне нужно нажимать на педаль тормоза. А тут придется на кнопку газа давить. Хотя это, наверное, единственное различие. Контра ведущая 80, так-то так. Так, вижу, там увеличим.
пошел на заправку. Ищите. Заправку поехал. Заправка. Впереди развязка, имеем полосы, проходим прямо. Так, требуется аварийная остановка. 94. Догоню. Впереди по маршруту большая развязка. На втором съезде уходим направо. Крайне право положение. Обычно вниз делают, а здесь наверх. Держим курс на Лион. Правильно сказал хоть теперь? Заправку прошел. Отлично.
Впереди развязка, уходим направо. Впереди платежка. Вроде еду, знаете, а все вроде бы нормально, потом начинаю замечать, что что-то не так. Что конкретно? Ну, во-первых, там его масштаб изменился с 400 на сотню. А. Сам. Поэтому, знаешь, когда очень неприятно, когда едешь и не видишь, что она у тебя на табло. Масштаб 400, конечно, мои свои плюсы. Это да. Вот ржевой вкладочка 1080, 1070. Будет все хорошо. Круиз контроль головы 7. Догоняйся. Да, у меня выбора нет. Внимание, начинается опасный поворот. Если ты заметил, что тут действительно какая-то фигня со стабилизацией творится. Вроде каретку оттянул на ноль. Опять захожу в меню, она опять вытянута на максимум. У меня, Саныч, недели три назад она поправила все. Нормально заработало. С вахты приезжаю, снова вот такая ну фигня начала. Приходится сейчас через консоль прописывать на любую стабилизацию. Не знаю, вот вроде работает, но непонятно. Ну, попробуйте в комплект, тогда будет залезть там, смотреть. В конфиге там нормально все, на ноль будет стоять. Дим, ты что, по невидимой дороге? Так точно, срезаю. Ты зря ты так взял, у тебя там будет очень резкий по. Ну, насколько я помню, там не слишком сильный подъем. Ну, как поднимешься, потом получается тесный перекресток Т-брат, выезд. Справа, слева мешают тебе деревья. Тяжело еще. Внимание, ремонт дороги встречный полотно.
подтягивание, понятно, что-то изменилось. Это я празана. Я живой? Да. Здесь вообще не пошел. Но в комрик все равно придется подлезть. 10.47, 10.4. Это самое счет проблемы мультиплеера, потому что в одиночке все нормально. Два макроса. Опасный поворот. Саныч, ты далеко от меня? От себя только-только объехал на этот поворот, через складку на узкую. Значит, это в 3 километрах от меня. Возможно. Въезжаем в маленький населенный. Большая заправка. О, бака. Я же без проехал. На кольце 3-й поворачиваем направо.
Впереди протяжка. Средняя полоса. Надеюсь, не уклонят контрабанды. Я тоже надеюсь. Ну это ж пост платежка, не по границе. Здесь можно. Здесь можно. На развязке ходим направо. Первый раз. Точнее съезд. Платежку прошел. Впереди развязка, уходим на бордау. Крайне право порт. На борту. На борту, извини. На борту вышел. Я от вас в 3 сантиметрах. Дима нас уже догнал. Фактически. Ему повезло. Может, я там срезал в нескольких местах. Кажись, уже встал. Не, он не встал, он лег. Нет, я просто в Валеру чуть не въехал. Так. А ты лагнул. Я ладно. Все. У меня все чисто. Может быть. Дим, это ты, да. А кто это сделал? Ха-ха-ха. У меня вообще 204 МС. То второй вообще не повезло. Не меняя полосы, проходим прямо в разведку. Максим, а круиз какой? У меня 85 стоит. Да, ну хоть, я хотел самое на ложку что. На 8 камере это было замечательно. Так, впереди у нас ДНК из дороги. Тоже живописный мед. Необычный. Так вот как он называется. А? Так вот как эта часть дороги называется. ДНК. ДНК линии. Вот в середине ДНК как раз заправка, а вот начало и конец вот как раз хвостики. Или усики. Как их там правильно называют? Биологи. По биологии было 4 всего. То же самое. Я не знал, какая это самая. Много еще не знал, короче. О, предметы не помню.
В биологии этого не было, это генетика. Не знаю, у нас в биологии было еще вот это прополовые, вот это вот микробы, вот это ДНК немножко затрагивал. Все, что касается нуклеиновых кислот, это все относится к разделу генетики. Молекулярный. У нас тоже было ДНК, РНК, что там еще было. Но это, скорее всего, должно поверхностно касаться, там немножко рассказать там и все. Там еще какое-то уравнение делали про ДНК, если скрещивать какую-то особь, какая особь получится, пятнышко, без пятнышка. Впереди развязка, идем прям не меня по особи. Вот это вот у нас уже было по химии. Скрещивание там? Да, мы на химии там занимались почему-то. И кого там скрещивали? У нас на химии было ион на уровне. Ну никак не биологическое. В этом часом не занимались этой химической стерилизацией? Да, до этого не дошло. Но скрещивали мы кто во что горест. Впереди платежка, уходим на крайние левые полоски. После платежки принимаем второе положение. Лежа, да? Можно и стоя. Можно лежа. Платежку прошел. Уходим на Доулос. Посмотрите в таб. Как интересно, у парня нарисованы дороги. Видите? Убили. Прикольненько смотрится. Прописывается. Зачем? Баян. Просто делать с этими клавиатурой. Не надо прописывать ничего. Развязка прям не меняет платежку. После развязки платеж. Те же самые шокбаллоны. Что ж там кушать-то хочется, шутка? Приятно. Я и так уже дышу. Платежку прошел. 5-4. А мы тоже яблочко скушаем. Вашего странного голубого мальчика проехал. Тот, который клавиатуры в табе. Ты совсем близко. Да, 10 сантиметров.
Почему на голубого? Ник у него был голубым. Бирюзовый. Да, кстати, почему ник у него не бирюзовый? Фиалок объелся, вот и бирюзовый. Если у всех вот белый по умолчанию. У него же таб был бирюзовый. Нет, у него имя, именно имя было бирюзовое, а там был зеленым. И? Значит, тестер, скорее всего. Нет, либо СМИ, либо этот, как там, модератор. Который этот делает обновление. Хотя надо там вкопаться в этом, с того раз это иерархии. Впереди развязка на АЗС, проходим прямо не менее. В смысле, вот. Тихо сам с собой беседу. Поезд на заправку проехал. И 4. Интересно, что у тебя там за муравейничек в голове, что сам с собой разговариваешь? Неужели королеву встретил? Валера видел с правой стороны еще одну дорогу, скрытую? Она не до конца. Сейчас нет, я дьявола-то вижу. Привет, до 5000. Так, впереди развязка. Принимаем крайне вторую полосу. Ориентир это улос. Все ближе и ближе к концу конвоя. Да, практически так. Уже приехали. Там город еще никто не называл. Как? Тулос? Ага. Тулза как вроде. Ага. Она просто Тулуза. Ну, извиняйте, мой английский не фарш. Это не английский, это французский. Потому не Фриштейн. Впереди развязку, ходим на крайнюю правую полосу. Ориентировочка какой-то белый городишко. Просто возможно опережение. Так, впереди платим. Опередил. Средний шаблон. У меня, кстати, вот финиш не написался. В конце какой фильм? Около какой именно фильм? Фле. Я в шапке не прописан, не дописал. А уже в этом, в описании.
уже написал. Ребята, как вы все... Алексей. Так, платежку пошел. 10. Ладно, короче, меня не ждите. А что так? Слишком сильно отстал? Как тебе сказать? Бензин закончился. Обсох! Начальник, начальник. Все энтеры, да ты будешь где-нибудь в Тулузе, наверное. Тулузе, блин, можно. Я всем не получится. Ну ничего страшного, фотография-то сделана, а это, на это. Блин, тут городок лучше, чем у меня в реальности. Аж приятно по нему ехать. Так, не проскочите прямо. Кругового движения, а то манекен врежет. Только не манекен, а памятник. Первый только не понял, что за звезды. Потом прям будет хвост, крыла. Боинг. Прорываю на линии, и я проскочил поворот. Не переживай, такое бывает. Я-то думаю, она большая. Ну вот мы так обожались до финиша нашего. А что ты будешь? Надо будет вот там придумать какой-нибудь конвой с тяжеловес. И сделать, чтобы первый и замыкающий были шатими шку. Как вам? Я на Шкоду не сяду в этом случае. Нет, Максим, мы тут покатались с этим Михаилом, как мы там. Нет, школы изменили очень сильно, можно покататься, но они очень быстро разгоняются. А вот тормозят очень плохо. Ну, если буду я ведущим, то я, блин, заранее буду тормозить. И разгоняться-то я точно не буду. Нет, я с Анашем согласен. На Шкоду мы не сядем. Хорошо. Ваше мнение выслушано. Не, может кто-то другой согласится, но я не знаю. Это же наше дело добровольно. Надо вот одного замыкающего еще найти, и все, наш код. Это да. А так, да, это можно пройти. Но я тогда возьму тяжеловеса, буду ехать в середину тянуть. Значит, таки так и проводим, да? Ну, можете попробовать. Если найдешь второго самоубийцу.
Так, ну что ж, всем спасибо за конвой. Весьма благодарен, что... Извиняюсь за свои грехи. Ввиду ведущего. Ничего страшного, все было хорошо. А вот я своих несколько косяков заметил. Учиться, учиться, еще раз учиться. Главное, у нас ошибка, допустим, это можно сделать. Шутка, господа, всем хорошего настроения, всем пока-пока. До новых встреч, надеюсь, такого ладно, не короче, будет. Я пошел, чуваки, а то тут уже это... Спасибо. Стюардесса приходила, что скажешь, что сейчас взлет будет. Я...